Ненормативная лексика, поэтому 16+, мать твою. Друзья, всем привет. Меня зовут Артём, и вы на канале A-Video Games. И сегодня мы с тобой начинаем проходить, как обещал, Sekiro Shadows Die Twice. Это одна из самых сложных, насколько мне говорили, игр на ПК и на PS4. На Слона, в принципе, на всех современных приставках, по-моему, есть. А может, на PS4, только не суть. В общем, начинаем мы с тобой мучения сегодня в этой игре. Если не знаешь, что за игра, смотри. Надеюсь, она тебе очень понравится. Можешь погуглить, почитать, что это такое и с чем ее едят. В общем, уровней сложности тут нету. Тут по умолчанию, я так понимаю, уже хардкор. По умолчанию полный пиздец. Итак, настройки. Выставил звук, вроде бы настроил. Ну и, наверное, погнали. Новая игра. На закате периода Сэнгоку Япония была охвачена нескончаемой войной. Пламя сражений все бушевало. Оно добралось и в горы, в земли Асина. А война окончена? Начальника Тамуры больше нет. Мастер меча Исин Асина устроил кровавый переворот и захватил власть. В чем дело, бродяга? Тебе уже нечего терять? Вы только посмотрите, впечатляюще. Пойдешь со мной, голодный волк. Пойдешь со мной, голодный волк, он точнее спрашивает. В тот день молодого волка забрали с поля боя. Он упражнялся без устали и со временем действительно стал отличным синоби. Слушай меня, волк, никогда не забывай кодекс Синоби. Я твой отец, и потому мое слово закон. Сразу за ним следует слово твоего господина. С этого момента твой господин он. Защищай его, не щадя своей жизни. Если он попадет в плен, освободи любой ценой. Ты ведь понял меня, не так ли, волк? Мы тебя поняли. Прошло 20 с лишним лет с той поры, как Исин захватил власть, и клан Асина находился на грани распада. А Синоби по имени Волк потерял все. И того, кто его усыновил, и мальчика, которого поклялся защищать.
Синобио. Синобио. Мезамете кудасай. Откройте глаза. Аната но. Ради своего господина. Красивая игрушка-то. Реально красивая. Еще стилистика такая, графика прям, бля, прикольная, короче. Так, ну и вот мы начинаем, судя по всему, играть. Играть я буду клавиатурой с мышкой пока что. В принципе, если будет там что-то как-то неудобняк, возьму, наверное, тогда джойстик. Вот. Ну, возьму, в смысле, он у меня есть, он даже подключен, просто я привык к клавиатуре, к мышке побольше. Вот, ну, сейчас посмотрим. В принципе, джойстиком тоже играл. Так, куда нам бежать? Письмо с орнаментом взяли. Туда плыть, туда не плыть. О чем, что здесь такое? Оба, нихера, как он топит, смотри. Смотри, как дело тут нехуй, да? Или подожди, подожди. А, ну и что, нельзя, да? Нельзя. Погнали в другую сторону. Оба. Так, а как быстро бежать? Кто-нибудь знает? Спейс-прыжок. Я понял. Спейс по стене прыжок. Отлично. Ну, пока. Резервуар Асина. Пока ничего сверхсложного нет. Но там хер его, как говорится, знает. А тут что? Нам сюда? А, не! Это вот, вот тут вот. Она вот тут вот письмишко скинула, походу, да? Да и ладно. Да-да. Пойдем. Пойдем. Отсюда мы выпрыгнули. Тут нам делать нехрена. Как я понял. Е прижаться к стене. Прижались. WSD перемещаться. Бля, ну я понял, что WSD перемещаться. Край прижать к стене, выглянуть. Оп. Отойти от стены. Скрытность. Присев и прячась в кустах или передвигаясь под полом, можно не попадаться на глаза. Сейчас у вас нет меча, избегайте врагов, используя скрытность и направляйтесь к лунной башне. Если вас вот-вот заметят, над головой врага появится предупреждающий значок. Ку присесть. А тот синоби, найдя колодца, мы его не связали, не заковали в кандалы и ничего не сделали. Это никого не беспокоит? Абсолютно. Он мало того, что без оружия, он полностью утратил волю к жизни. Он трус, волноваться о нем не стоит. Хуй вам всем. Хуй вам всем, пидорки. Передвижение под полом. Присев пол, забираться узкий пространство, например, под пол. Я понял. То есть можно, по идее, сюда залезть, типа что? Опа-на, смотри-ка. Вы подслушать. Луна сегодня особенно ярко освещает лунную башню. Божественный наследник, наверное, опять читает при лунном свете. Да, пожалуй. И все же заточить в плену ребенка, мне его жалко. Согласен, но думаю, у господина Генитира свои резоны. Нормально. Сюда? Сюда, сюда. Так, а тут нас не видно? Хуй поймешь, что куда. Так, направляйтесь, говорит, к лунной башне. Так, там чепушило стоит какой-то. И тут стоит, везде стоят. Там чепушило. А, господи. У края. Ага. Шит, спрыгнуть. Нет, спрыгивать нам не надо.
залезть наверх. Так, управление такое, прям это. В принципе, это ничего сложного нет, но надо будет привыкать не хреновенько так. Е в прыжке, блядь. А, вот так. Все, я понял. Я понял, это все изи, как говорится. Хуизи. Тут что? Ничего, вон туда, наверное, да? Опа. И за краешек. Сюда надо, нет? Точняк, слушай. Я рад, что ты пришел. Как давно мы не виделись, волк. Я пришел освободить вас, господин. Ну тогда... Подними голову. Кусабимару, Кусабимару, твой меч. Название хуй выговоришь, Кусабимару. Мой синоби. В соответствии с клятвой господина и слуги, ты посвятишь свою жизнь служению мне. Я повинуюсь. Как в Аладдине. Слушаюсь и повинуюсь, Джафар. Понятно. Кусабимару. Меч, дарованный вам Куро. Это реликвия Хирата, ветви рода Асина. Меч считался потерянным, но теперь оказался во владении волка. Имя меча Кусабимару напоминает владельцу долг синоби убивать, но даже он не должен забывать о милосердии. Девиз, воплощенный в самом его клинке. Оказался владением. Реликвия Хирата. Реликвия херовата, я понял. Так, взяли мы Кусабимару эту. И чё дальше? Чё дальше? Поговорить. Верный волк, я вижу, ты ранен. У меня кое-что есть, это может пригодиться. Это особая фляга с лекарством. Лечим свои раны. А дай мне побольше фляг. Сделанный из тыквы фляга с лекарством, запас жизни, природных уровней. Лекарство фляга останавливается, отлично. Сделан учеником знаменитого лекаря Догена. Непонятно, как именно во фляге восстанавливается уровень лекарства. Возможно, все дело в семенах. Да мне как бы, слушай. А потом после. Ты был сильно ранен. После чего? Ты не помнишь ту ночь? Нет, поговорим об этом потом. Сейчас нам надо выбраться из замка. Как скажете, под мостом через ров есть тайный проход. Он выведет нас из замка. Господин Иссин мне как-то о нем рассказал. Я прошу тебя найти этот тайный проход. Действие Иссин или Иссин, правильно? Как только ты его найдешь, подай мне сигнал тростниковым свистком. Как раньше, помнишь? Как только услышу свисток, прибегу к тебе. И использовать предмет, выбрать предмет. А, вот она, блядь, меню снаряжения. Так. Я начинал эту игру играть уже очень давно, когда она только вышла. Ну и, короче, сгорел к ебеням и забил на нее, как и большинство, поэтому слегка я, может, что-то и припоминаю. Использовать. Не. Мне как-то их надо, блядь, снаряжение, что ли... Предметы быстрого доступа. Во, фляга с лекарством. Идол возвращения. Тут пока все заблокировано. Так, стоп. А как же мой меч? А че меч-то? Так. И мы ее как-то на...
R, да. Все, вот мы выжили. Нам стало полегче. Можно наверх. Че наверху? О! Лечебное драже. То неплохо. Так, лечебное, блядь, драже. А лечебное драже у нас тоже где-то в инвентаре, да? Вот оно, дражешка. И вот так вот мы можем выбирать. И, наверное, надо его тоже использовать, да? Как все геморно-то, а сколько тут всего-то? Оно типа прибавляет, но прибавит, наверное, не до конца, да? Да. Так, давай еще раз поговорим. Под мостом через ров есть тайный проход, он выведет нас из замка. Найди тайный проход, я тебя понял. Я тебя понял. А как драться, слушай, а как драться? У меня даже оружие можно достать? Атаковать, лишить врага концентрации, выполнить смертельный удар. Цель синоби в бою — разрушить концентрацию врага. Это можно сделать, в том числе атакуя его. Лишившись концентрации, враг становится уязвим для смертельного удара. Атаковать. Я понял. Я понял. Я понял. Смертельный удар лишенного концентрации. Это я тоже понял. Ну ладно, погнали. Она тут сохраняется, по-моему. Редко где, короче, да. Ага. И тут что-то прыгать. И... Опа. Так. Отразите атаку во время вражеской атаки. Я понял. Блять, у меня же на него это... Ух ты, ёб твою мать, а! Какой геморрой-то, а? Тик, тик. А чё это у меня налупил несколько раз, я не понял. Я понял, что цель надо захватывать. Захват цели, скролл. Так, а там чё такое? А там чей? Две петушки стоят, смотри. И что с ними делать? А как тут вот так, да? А-а-а. Погодь-ка. Хули я тут прячусь. Так. Захватить, пустить цель. При захваченной цели сменить цель. Я понял. Да ты косой кривой, что ли, блядь? Да ёб твою мать-то! Да что ж ты, блядь, как цель-то захватываешь? Как урод, блядь, шипоногий, сука! Захватил уже и захватил. Криворукий чмошник, блядь. Ну, вон он стоит. То захватывает цель, то не захватывает, блядь. Усложнили, ёпты мать, игру. Можно тут как-нибудь поверху? Вон там, наверное, можно, да? Или тут тоже кто-нибудь тусит? Есть тут туса, нет? А жизни, блядь. Ну я сейчас помру, короче. Я понял. Пиздорулю, да? Тут что-то я помню, как-то тут можно. Какой свистится, нахуй? Так что. Чё-то, по-моему, прыгаешь? Да, во-во-во-во-во! Вот как-то вот... Вот как-то вот так вот, да. А чё, ничего нет, что ли, мне? Ни дрожешки, ни хуешки. Ничего нет, вообще ничего нету. Как всё хреново, а. Так, ладно, пойдем дальше. Чё, кто?
ты кто, слышь, алё, блядь? Чего? Во время вражеской атаки отразить атаку. После, вернее, так контратаковать. Нихуя себе. Количество летельных ударов. Некоторые сильные врагов могут выбить лишь несколькими стильными ударами. Количество сильных ударов, например, врага показывает красными кружками. Блю. Как у меня так удачно получилось-то? Я боюсь, сейчас у меня второй раз и так получится. Подожди. Еще разок. Стоп! Тихо! Он меня концентрации лишил. Пидрила, ебанути, блядь. Сука, сен-сенегори, ебанути, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не. Короче, мне пиздец. Мне пиздец. Сукин сын, а такой. Пидор, блядь. И что дальше? И что дальше? Как мне эту ямагути при ямагутить-то, блядь, теперь, а? Утикок. Все по новой? Я понял, бля. Да пошел ты нахуй. Чего-то резкое. Я понял, блядь. Я понял, нахуй. Я начинаю вспоминать этот геморган. Да иди сюда, хватит там махать, блядь. Ага. Готов. Готов, блядь. Понял, блядь, вас. Пошли. Ямагути пизды дадим. На, сука. На, нахуй. Не ты на, блядь. Все, я начинаю понимать, как в эту гадость играть. Иди сюда, Ямагути, козел ебанутый. Я понял. Ему тут концентр... Так, а на что применять-то, блядь, наверх? Все, я врубил. Блок удар. Надо грамотно блок удар. Мышка левая, правая, правая, левая, левая, правая, правая, левая, блядь. Вот так. Ну да ладно, дрожешь. Он мне дрожешку, блядь, дал. Я взял дрожешку. А куда дальше-то? Тик. О. Я нашел что-то еще. Пригоршни пепла. Комок пепла можно бросать во врага, чтобы отвлечь его. Зимы в Асино очень снежные, и потому в очагах скапливается много пепла. Я понял. Зимы Асина — это настоящая пидорасина. Так, а что это? А, прижаться. А что мне прижиматься начал? Вот может прижаться, да? Пройдем вот тут? А что внизу, слышь? А, внизу, наверное, нихуя я там был. Отойдить от стены. Отойдем от стены. Пошли. Ты че? Я же нажимал Е. Ухватиться. Вот не надо, ля-ля. В подслушивал. Ты знаешь про тайный проход на дне рва под мостом? Нам как раз приказали охранять его. Не дают покоя охране. Скоро быть в войне.
Отлично. Блять, главное shift не нажать. Иначе все. Иначе у меня будет плохо. Так. Это что за уродец такой был? Это что за пидармотик такой? Мелкий, а? Стёбненький такой. Главное, что, судя по всему, не особо опасный. У края Е. Отлично, мы свесились с края. И дальше и чё? И чё? И дальше чё? Теперь надо наверх, да? Shift спрыгнуть. Типа сюда, что ли? Взять предмет. Дрожешка. Отлично, у нас есть дрожешка теперь. Он у нас кушает эти, забыл. Тик-тик-так, блядь. Нам в детстве тик-так тоже жизнь прибавлял, охуенно. Е-карабкаться, спрыгнуть. Я что-то не понял, я вообще туда иду, нет? Мне кажется, я вообще не туда иду, кстати. Или вон проход, да? Нет, похоже на то, слушай. Блядь. Я думал, все, сейчас я умру. А тут никаких инстинктов. У него нет, как в Хитмане, как в Ларри Крофт. Походу нет. Опа, опа-не. А смотри. Похоже, что это и есть путь из замка. Вызвать куру тростниковым свистком, да, блядь? Погоди, погоди. Кура, блядь, окурок. Так, может мы что тут, может какие-то дрожешки, может тут тик-так есть. Нет тик-така? Ну и хуй с ним тогда. Окурка вызываем. Все, давай. О, как свистнул, так свистнул. О, блядь, уже тут, смотри. У меня телепорт. Так, аккуратней. Волк, ты нашел выход. Са. Теперь давай уходить отсюда. Гюй. Да, господин. Подумать только, это единственный способ избежать проклятой судьбы. Чё скажешь? Куда мы пойдем, когда выберемся из замка? Полагаю, первым делом надо пересечь границу земель Асина или Асина. Или, может, лучше где-то спрятаться. Как думаешь? Как сами захотите. Как захочу, узнаю волка. Господин? Я ничего, я просто вспоминал. Идем же дальше. Идем, сосунок. Куро. 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 Кура, блядь. Пошли. Пошли, куропатки. О. О, красотенько. О, смотри, блядь, луна, луна. Полнолуние. Ап, не шуми, нихуя. А чё за хуй стоит? Ой, по-моему, с ним драться придёт, слушай. Или я неправильно помню, уже давно, сколько, блядь, прошло-то. Сашина, Микую. Божественный наследник. В последний раз мы виделись на похоронах вашего дяди. Господин Генитиро. И я. Головка от хуя. Хотел он сказать. Спасибо. Омакасео. Предоставьте это мне. Так красиво катану достал. Значит, благородный Синоби решил заступить нам путь? Чё сказал, блядь? По-моему, я правильно прочитал. Короче, решил заступиться. Yeah.
Ты знаешь, куда иди? Это что ща было? Оп, ёпта, нихуя. А, точняк, точняк, точняк. Все, нормально. Все нормально, так и должно все быть. Да. Есть нахуй. Кровь такой стряхнул. Синоби то ты коно тэдо ка. Это все, что может синоби? Божественный наследник пойдет со мной. Да и чё, блядь, за такой носатый хуй? На этого, похоже, сказки раньше. Как она? На Кощея, которого в эсеровской оригинальной сказочке, в киношке. Такой же носатый. И чё такое-то? Голум? Вот и наш волк лежит. А чё у него с лицом? Я никак не пойму. Седина на кожу передалась, что ли? У него кожа сидеть начала. Ну, правильно. Накрыл такое ощущение, чтобы этой бумагой его, как папирусом каким-то накрыл. Что это? Хулио, говорит. Хуйня. Ну, говорит, хуя-хуя. Вот что он сказал, да. Нихуя-хуя, говорит. Итак, ты пришел в себя. Похоже, смерть тебе не грозит пока что. Хуй, у него ноги волосатые, блядь. Протез Синоби. Протез, изготовленный резчиком, копия человеческой руки, снабженная разными механизмами. Судя по всему, она сразу сделана в расчете на модификацию и добавление разных инструментов. Протез испещрен следами ударов и покрыт многочисленными пятнами крови и масла. Но механизм нисколько не пострадал. Отлично. Он БУ протез мне одел. БУшный. Че это такое? Ты видишь того Будзу с добрым лицом? Это не мой. Его вырезал настоящий скульптор. Возможно, он поможет тому, кто противится своей натуре, тому, что гложет изнутри. Противится своей натуре, гневу, печали или, может, память о давно ушедших днях. Таким чувством. Короче, очень философски. Все круто, все философски, но я ничего никуда не понимаю пока что. Так, ну что с тобой? Поговорить можно, да? Как тебя зовут? Твои глаза. Глаза волка, который не выполнил свой долг. Ну или мне так кажется. Это тебя не касается, ворчит. Слова истинного синоби. Я должен вырезать Будду. А ты делай то, что намерен. Спросить, как вы сюда попали, или спросить о вашей новой... Давай новой руке попробуй. Моя левая рука, что ты со мной сделал, мать твою? Я называю это протезом синоби. Подходящий клык для однолапого волка. Хотя статую с ним вырезать неудобно. Забирай. Протез Синоби. Это не просто замена твоей пропавшей руке. Если найдешь инструменты Синоби, приходи ко мне. Инструменты Синоби? Понятно. Для этого устройства. Быстро соображаешь. Принесешь инструменты синоби, я приспособлю их к протезу.
Тогда уж ты оценишь его по достоинству. Зря я так разболтался. Сказал он ворчливо. Лучше говорит, иди нахер отсюда. Нет, мы не пойдем пока. Почему я здесь? Я просто перетащил тебя сюда. Сам не знал толком, жив ли ты. Все же не хотелось, чтобы тебя собаки сожрали. Сколько я спал? Я нашел тебя уже довольно давно. Ясно. И все же, твой господин еще жив. Его держат в плену в замке Асина. В замке Пидорасина. Скоро они воспользуются его кровью. Похоже, ты по себе убедился в том, насколько она ценна. Так, кровь божественного наследника. Что значит, они воспользуются его кровью? Я мало что про него знаю, разве что... В нем живет наследие дракона. Так называют особую кровь. Эта кровь течет в жилах твоего господина. Значит, божественный наследник... За ним кто-то охотится. Возможно, то, что с тобой происходит, с этим как-то связано. Короче, вот так вот. Все круто. Все. Хоть ты и странный человек, однако же бывали в этом храме и другие необычные гости. Я понял. Все, один такой обосновался на просеке справа от ворот в храмовый двор. Два странника в странных обстоятельствах. Да, пожалуй, вы поладите. Спасибо. Я понял. Так, насколько... Опа. Медитировать, увидел резчик. Точняк. Точняк. Взять предмет. Оп, дрожешка. Дрожешка, хуешка. Так. Вот тут, по-моему, можно сохраняться. Меню идола резчика. Взять власть, взять идол резчика. Это контрольные точки, точно. Полностью была запожили, устанавливать единицу воскрешения. Кроме того, ваш текущий инвентарь будет добавлен с хранилища предмет для быстрого доступа, эмблема духа, и так далее. Так, воспоминания 0, бусина, хуюсина. Какие-то силы. А, тут все это... Отдохнуть. Все, я так понимаю, игра сохранилась. Вот, так, ну что ж, начали мы проходить Секиро. Сегодняшнее видео было такое, наверное, все-таки больше вводное, чтобы вспомнить. Да и не сколько вспомнить, сколько, наверное, с нуля понять, что это за игра, как тут драться, с чем тут что едят. Вот, постараюсь, знаю, что игра длинная, очень сложная, постараюсь другие видео записывать, может быть, подольше. То есть, ну, как бы... Чтобы вам было интересно смотреть именно прохождение игры, а не так, как я топчусь на одном месте, поэтому постараюсь топтаться быстрее и всех зарубать как можно скорее. Вот. Ну ладно. Давай так, на сегодня все. Спасибо тебе огромное за просмотр. Если понравилось мое видео, подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Так, ну и завтра у нас, наверное, Black Mesa. Значит, надо потихонечку ее все-таки допроходить. А потом в упор займемся Sekiro Shadows Die Twice. Все, спасибо тебе огромное еще раз за просмотр. И давай, до завтра.